Обитатели Центра помощи диким животным в Раполово тоже изнывают от жары. Тяжелее всех косолапым. Они совсем не приучены к тропикам. Для медведицы Маши ветеринары установили в клетке ванну с холодной водой. Из нее животное теперь не вылезает. Других косолапых носика и хвостика обливали из шланга. Медведи, судя по этим кадрам, прохладному дождю были очень рады. А вот львица Эльза, как истинная дама, решила позагорать на солнышке. Она лениво лежит в клетке, периодически переворачиваясь. Свой секрет спасения от зноя есть и у лосят. Они стараются есть побольше травы и прячутся от солнечных лучей в тени.